Егор Найденков на сцене всего 2 года. За это время было немало выступлений, но каждая, говорит мальчик, это как целая жизнь. Особенно трепетно становится на душе, когда проходят концерты, посвященные патриотическим праздникам. И День защитника Отечества – один из таких. Я чувствую гордость, я чувствую счастье, то, что я выступлю и покажусь очень хорошо спетым. Мы – защитники нашего Отечества в будущем. В этом году за основу сценария праздника взяли фильм «Офицеры» Владимира Рогового. По мнению режиссера этого мероприятия Ирины Волгаревой, эта кинолента является эталоном патриотического воспитания. Здесь я провожу небольшую параллель между героями былых времен, да, так и называется концерт «От героев былых времен», и с героями нашей современной российской армии. То есть те принципы, те великие такие значения, да, честь, долг, совесть, верность, присяги, они живы по сей день. Поздравления прозвучали от первых лиц города. Как отметил Сергей Дегтярев, этот праздник символизирует воинскую доблесть и боевую славу. В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам, отметил глава Нефтеюганска. Всем нашим защитникам я хочу пожелать благополучия, здоровья и силы. Силы, которые позволили защитить наше государство и в дальнейшем. С праздником! Хочется, чтобы мужчины всегда были с нами. Нам так не хватает их крепкого мужского плеча. Поэтому у женщин всегда одна забота, одно желание, чтобы была половинка, чтобы были наши защитники, чтобы они были, конечно, здоровы. Юлия Наводкина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».